В марте этого года в рамках проекта «Комфортная городская среда» парковая зона в 4-м микрорайоне заняла 4-е место в народном голосовании на благоустройство. Несмотря на это, совет руководителей предприятий города принял решение приступить к облагораживанию этой территории. При финансовой поддержке Смоленской АЭС и организации города излюбленное место семейного отдыха стало превращаться в уютный зеленый уголок. Работа довольно-таки проводится здесь серьезная, масштабная. Здесь не только будет сделана планировка территории, здесь появятся пешеходные дорожки, появятся комфортабельные скамейки. Одним словом, территория это в ближайшее время заиграет по-особенному. Если вы активны, хотите показать то, что вы можете, вот приходите сюда, и мы вместе с вами сделаем еще одно доброе дело, которое будет радовать наших горожан. Десногорцы с энтузиазмом откликнулись на призыв совместными усилиями привести парковую зону в порядок. Здесь была вывеска, мы гуляли с семьей, и я решил принять участие в благоустройстве города в свое свободное от работы время. И очень приятно, что здесь собралось много единомышленников, единая команда, вот, и все мы принимаем участие. Очень от этого приятно на душе. Увидел таблички о том, что требуется посильная помощь для благоустройства территории, вот, кафе-сервис, решил приложить свои усилия. Все десногорцы, которые не могли остаться равнодушными и пришли на субботники, считают, что красота и порядок в городе очень важны и зависят в первую очередь от самих жителей. Тут самое лучшее место, где все жители города с удовольствием отдыхают, особенно с детьми. Вот. После прогулок обязательно заходят в кафе. И, соответственно, очень приятно, что сейчас администрация взялась как раз вопросом подготовки вот этого парка, приведения его в соответствующий вид. Мы должны доказать, что наш город Атомщиков самый лучший. И это не простые слова. Это нужно нашим детям, это нужно нам прежде всего. Ведь это же свежий воздух. Когда объявляется городской субботник, мы всегда принимаем участие. По сути, это мы для себя делаем. Поэтому я думаю, что, конечно, важно. Мы все это делаем не для кого-то, а для нас, для жителей города Десногорска, для людей, которые приезжают в город Десногорск, которые оценивают этот труд. Такие субботники проходят практически каждый день. Все желающие помочь в благоустройстве родного города могут прийти и внести свою лепту.